Всем привет! Сейчас я попробую шар этот нагреть железный. У меня лампа такая бензиновая. И на панели пластиковые. Прожжет она их, нет? Сколько слоев я тут не считал. Можно посчитать, в принципе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 24 слоя. После ремонта у меня остались куски. Я их нарезал, стопку поставил. Но сейчас прохладно у нас, минус 8. Не знаю, что получится. Попробуем. Шар нагрелся, я пока не успел остыть, пробуем. Ну, в принципе, сейчас посмотрел, минус 10. Панели, пластик холодный тоже. Так что не осиливает, наверное. В теплом помещении надо пробовать еще. Я думал, провалится как пенопластик, нет. Не проваливается. Сколько слоев он сжег? От силы 3 слоя. Ну и дым. Пробую нагреть еще.
осиливает. То ли панели холодные, на улице морозно. Теплом помещении надо пробовать еще. Видимо, под ним образуется корка угольная. Она дальше не пускает его. Сейчас попробую на холодном пенопласте тогда, что получится. Огреем. Вот нашел такой пенопласт. Он тоже на холоде пролежал. Сейчас попробую. Там нагрелся, наверное, уже шар-то. Пенопласт он осиливает даже в минус 10. Значит, это не... Уже сколько раз. Быстро не остывает. Нет, от холода тут ничего не зависит, сам пин. Значит,
Так, ну ладно, еще раз нагрею. Так, оставил три слоя панели. Сейчас попробую еще раз нагреть и... Даже тремя слоями не справится. Да. Ну дым такой едкий. Вдохнёшься, ебаный в рот. Сколько он? Полтора слоя, два слоя осилил, нет? Ну, если на него поднажать... Так вот проваливается вроде. Да, груз надо побольше, вес. Тогда может прожечь. Все, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Всем пока.